С 1966 года во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. Этот праздник проводится по решению Всемирной шахматной федерации, основанной в 1924 году. По ее данным, сегодня шахматы как вид спорта признаны в 105 странах мира. Ладья на Е4! 20 июля отмечается Международный день торта, посвященный дружбе и миру между людьми, странами и народами. Он проходит под девизом «Я приду к тебе с тортом». Принять участие в празднике может любой желающий, вне зависимости от кулинарных способностей, возраста и страны проживания. Хотим вам сказать большой привет от наших родителей, от моей мамы. Лично огромное спасибо. 20 июля 1969 года астронавты Нил Армстронг и пилот Эдвин Олдрин посадили модуль корабля «Аполлон-11» в юго-западном районе Луны. Им удалось оставаться на поверхности спутника в течение 21 часа 36 минут и 21 секунды. Хорошо. Какая пылища, ничего не видно. Сейчас мы прилунимся. Произошло касание. Выключаем двигатели. Вы слышите меня? Орел прилунился. Все в порядке. Ура! 20 июля в 1978 году родился российский хоккеист Павел Валерьевич Дацук. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2002 года, чемпионом мира 2012 года, двукратным обладателем Кубка Стэнли и Кубка Гагарина 2017. А в Челябинске в этот день произошло следующее. Сегодня, 20 июля, отмечается замечательный праздник – Международный день торта. И сегодня, в связи с этим днем, мы хотели бы представить такой экспонат из фондов нашего музея. Это кулинарная книга 1955 года издания. Такие кулинарные книги были очень популярны в советское время. Наверное, были в каждом доме, у каждой хозяйки. Возможно, до сих пор кто-то ими пользуется. И здесь, конечно же, среди множества рецептов самых различных блюд также есть и рецепты тортов.